Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки, сообщила полномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Только что мне стало известно, что гражданин Украины Саакашвили, который содержится в пенициарном учреждении номер 12 города Рустави, голодает 27-й день, отказался от любой медицинской поддержки. Это является угрозой его жизни, в случае ухудшения состояния здоровья Михаила. Прошу безотлагательно реагировать и оказать профессиональные медицинские поддержки в гражданском медицинском учреждении, написала Денисова в телеграм в среду. Сакашвили голодает 27 день в знак протеста. При этом ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды консилиум врачей созданных по поручению Минздрава Грузии, рекомендовал госпитализировать Саакашвили в случае ухудшения здоровья многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику Вивамед, куда обычно доставляют заключенных на лечение.